Что ж, вновь мы подходим к стенду УАЗ. Недавно мы были на выставке Off-Road Show. Здесь тот же самый стенд, но адаптированный для соответствующей выставки, потому что здесь у нас представлен Патриот, который мы уже видели. Он, в общем, тот же самый сюда и пришел. Обязательно скоро я покатаю его и расскажу подробно о возможностях. Ну, здесь уже дальше начинаются специализованные версии. Самый доступный коммерческий автомобиль. Пожалуйста. Такой вот есть меловастик. Девушка, катались на таком? Нет, к сожалению, не катался. Надо было сначала прокатать, чтобы что-нибудь знали, чтобы прочувствовали, что называется, рабочий я дух. Я верю на слово. Да? То есть это ужас, да, он запомнился надолго, видимо. Ну ничего, есть более современные версии. Вот если будут предлагать кататься на УАЗе, вот в этот не садитесь, в тот вообще хорошо. А в этот не надо, а то привезут, потом уже не сможете так вот стоять смело, будет на горячках. Так вот, ну сейчас мы проверим. Самое доступное не значит самое ужасное, но это, конечно, да. То есть понятно, почему доступное, потому что конструкция 50-летней давности вот в таком вот виде она и сохранилась, дошла до наших дней. Ну действительно, да? Ну, обязательно будет взять покатать, рассказать, как оно все это едет, потому что, ну, и вправду, это что-то удивительное. Давайте посмотрим. Обязательно покатаю такой УАЗ, даже если его нет в пресс-парке, я его возьму, даже пусть в аренду, наверное. Но надо хоть раз в жизни на таком проехаться. Ну, вот, понятно, да, то есть, что это за конструкция должно быть здесь. Это опрыскиватель окон, это управление соответствующими рычагами для трансмиссионных режимов и, конечно, да, вот здесь двигатель, вот все это вот так вот едется, да? Давайте закроем дверь. Не, ну даже можно на нем ехать, кстати. Ну, это, конечно, история для отдельного рассказа. Реально, вот этот ручник, я помню, ездил на ГАЗ-69, он точно такой же. То есть ты напольной педали едешь, действительно чувствуешь себя покорителем севера или целины. Как-то еще вот. Ну, здорово. Вот реально здорово, обязательно. Надо покатать. Поэтому пойдем пока отсюда. В общем, я думаю, что, конечно, будущее для такого автомобиля, оно, скорее всего, закрыто. Видно. Даже вот ножник света до сих пор есть. Тут это феерия. Реально феерия. Но очень доступно, то есть, чтобы возить себя, действительно, можно это делать. Действительно. Но сзади хотя бы вот три человека, кстати. Могли бы еще, наверное, расширить и сделать больше. Но, что называется, хоть так, но едешь, поэтому пускай будет. Собственно, такая вот. Обязательно про нее надо будет снять сюжет, обязательно. Потому что скоро все-таки снимут с производства, скорее всего. И придет вот это вот, уже все хорошо, но стоит дороже. Стоит дороже у вас пикап, в данном случае называется карго. И что же делать, непонятно. Это, по сути, передняя часть Патриота, его салон. Все можно оттуда, в общем-то, ставить. Все тюнинги, которые существуют, они тоже того же Патриота. Здесь уже все вполне вменяемо. То есть, добро пожаловать в реальную жизнь. Кстати, вот шайба на Патриоте новая. Ее можно вот заменить на такой вот рычаг, и будет намного все интереснее. Внизу вот освещение, какие-то дополнительные функции можно поставить. То есть, да, здесь уже вот новый уровень. Остается только дождаться кабины длинной и делать замену для вот этого автомобиля, который, конечно, уже, к сожалению, даже не Хантер, а он уже еще раньше появился. Поэтому для него, конечно, совсем уже тяжело бороться и вот ехать. Ну, а здесь про переднюю часть рассказывать нечего. Кто в Патриоте ездил, тот знает.
опять пошла движуха. Будет нам мешать рассказывать. Пожалуйста, вот карго, данные. И вот пикап уже конкретный. От пикапа отличает то, что грузовая платформа сзади не такая вот бортовая, а под, скажем так, цельнометаллический кузов. Ну, внутри то же самое пикапа. Что тут говорить, да? Пожалуйста, тут заднее отделение для ценного груза. Пожалуйста. Стоит инкассация. Побежим отсюда, ничего не слышно.